Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители. Добро пожаловать на наш канал компании RISPROPERTY. А мы продолжаем наш ознакомительный тур в европейской части Стамбула в районе Шишли. Сегодняшнее предложение – это у нас инвестиционное предложение. Кто непосредственно рассматривает именно для сдачи в аренду, также кто в историческом центре рассматривает в рассрочку на начальном этапе строительства. Это единственный комплекс, который на этапе строительства в историческом центре. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Сегодня я расскажу о данном комплексе вкратце, потому что пока я вам это рассказываю, уже умные инвесторы резервируют и покупают квартиры, потому что он очень такой компактный бутик, комплекс, отельная концепция, потому что вы знаете, что район Шишли – это у нас туристический, исторический район. Давайте я вам расскажу о локации. Примерно в 10 минутах ходьбы у нас метро станция Османбей и плюс модная улица Османбей. И дальше где-то за 3 минуты вы можете дойти до торгового центра Джевахир, а вот Нишанташи у нас всего лишь 13 минутах ходьбы. Более того, у нас есть рядом с данным комплексом элитный островок района Шишли, это Бумонти. Всего лишь 15 минутах ходьбы. И что хочу сказать, вообще сам комплекс, он расположен, да, в районе Шишли, но в микрорайоне Куртулуш. Это довольно очень-очень такой старый исторический район, который уже существует, ну, больше 400 лет. Поэтому, в принципе, в этой локации в основном представлены старый фонд, то есть старые дома, пятиэтажные, трехэтажные. Новых жилых комплексов практически именно в Куртулуше нету. Итак, комплекс состоит у нас из двух блоков, то есть это у нас А-блок, там у нас 9 этажей, а второй блок это Б-блок, 6 этажей. Представлены апартаменты, то есть количество на 148, из них, можно сказать, что больше половины уже проданы. Данный комплекс расположен на территории площадью на 2000 квадратных метров, очень маленькой территории, но при этом два блока А и Б. Блок А у нас 9-этажный, а Б-блок у нас 6-этажный. Представлены квартиры количеством на 148, в планировках 1 плюс 1, 1,5 плюс 1 и 2 плюс 1. Есть стандартные квартиры, также дуплекс квартиры, вот допустим, вот на самых верхних этажах, на 2 этажа, это у нас планировки 2 плюс 1. А вот со стороны пейзажа, да, из внутренней части, вот здесь на 2 этажа, первый, то есть первый, второй этаж, это тоже у нас дуплекс квартиры, но там есть планировка и 1 плюс 1, и 2 плюс 1. И получается дальше на третьем этаже, это стандартные квартиры, на 1 этаж. И четвертый этаж стандартной квартиры, а вот пятый, шестой – это у нас дуплекс квартиры. Но сейчас свободные продажи с террасой у нас остались только 1 плюс 1. Кстати, у них общая площадь территории составляет, то есть террасы, да, 12,5 квадратных метров. Неважно, это планировка 2 плюс 1 или 1 плюс 1, у них одинаковая площадь террасы. То есть, собственно, это у нас открытая зона, то есть общей какой-то территории здесь нету, то есть практически только террасы, поэтому в целом, допустим, с 4-го, с 5-го этажа у нас будет просто вид на внутренний, так скажем, пейзаж. Но при этом, что хочу сказать, что застройщик как бы не сэкономил, несмотря на то, что это малоэтажный комплекс в историческом центре, квартиры довольно очень просторные, потолки 3-15 метров, представляете, то есть в историческом центре вот это огромный дефицит. Как видите, с двух сторон есть второстепенные дороги, допустим, главный вход сам комплекс именно вот с главной дороги, здесь, соответственно, тоже с главной дороги во второй блок вход именно вот с этой стороны. Под комплексом самое главное есть подземный паркинг, то есть двухэтажный. Это самый, я думаю, огромный плюс этого комплекса, потому что вы знаете, что именно вот в микрорайоне Куртулуш даже в новостройках практически не бывает
паркинга, тем более подземного. Есть закрытая социальная зона при комплексе на 1000 квадратных метров. Там у нас есть детская комната, то есть детский клуб. Есть PlayStation комната, также комната караоке, плюс есть сауна, хамам, фитнес, но закрытого и открытого бассейна в этом комплексе нету. По площади самая минимальная полезная площадь составляет 46 квадратных метров, а вот максимальная, это планировки 2+1, 90 квадратных метров. Что у нас по ценам? То есть на сегодняшний день данный комплекс еще на начальном этапе строительства, поэтому цены варьируются за квадратный метр от 20 тысяч лир и выше. Как я говорила, в комплексе представлены квартиры количеством на 148, но на сегодняшний день свободной продажи около 45 квартир. Поэтому, дорогие друзья, поспешите с компанией Respropertyуспеете зарезервировать, также можете купить, подписать контракт, то есть в этом поможет наша компания. Что у нас с оплатой? То есть можно, конечно, купить за 100% оплату. Кстати, если покупаете без рассрочки за 100% оплату, то застройщик вам гарантирует арендный доход в течение 5 лет по 7% годовых в турецких лирах, уточняю, потому что у нас договор купли-продажи, все в турецких лирах. Согласно договору, данный комплекс будет введен в эксплуатацию в 2022 году, в июле, поэтому у нас, конечно, есть план оплаты в рассрочку. Три вида у нас оплаты в рассрочку. Первое – первоначальный взнос 50%, остаток на 2 года без процентов в турецких лирах. Второй вид рассрочки – это первоначальный взнос составляет 35%. И 30% вам дают в рассрочку на 2 года в турецких лирах без процентов. А вот еще остаток 35% вы оплачиваете во время эксплуатации. И третий вид, это у нас первоначальный взнос составляет 40%. И только 20% вам дают в рассрочку на 2 года без процентов в турецких лирах. Но следующие 20% вы оплачиваете во время эксплуатации, и остаток 20% вы оплачиваете после ввода эксплуатации через 3 месяца. Ну, я думаю, самое выгодное – это третий вид оплаты. Ну, посмотрите сами, то есть как вам будет удобнее. Но еще раз напоминаю, если вы будете покупать без рассрочки за 100% оплату, тогда вы автоматически получаете дополнительный контракт, где вы, согласно контракту, будете получать в течение 5 лет гарантированный арендный доход по 7% годовых. Итак, вашему вниманию представляем шоурум-квартиру планировкой 1+1. Полезная площадь составляет 54 квадратных метров. Я сейчас стою у входа. Сразу ваше внимание обращаю на потолки. 3,15 метров у нас. Так, с левой стороны есть вот такой вот встроенный гардеробный шкаф, четырехдверный. Так, далее с левой стороны у нас большая ванная комната, где-то 7 квадратных метров, это как минимум. Душевая кабина, как положено. После ванны я попадаю в гостиную зону, совмещенную с кухней. Ну, как всегда, у нас в комплектации корпусная мебель, бытовая техника от марки Siemens, вытяжка, сенсорная плита, духовка и посудомоечная машина. И с левой стороны у нас остается спальная комната с балкона. Очень просторная. Ну, балкон у нас примерно 5-6 квадратных метров, минимум. И, собственно, балкон соединяет кухонную зону и гостиную. Вот такая вот квартира. Ну, панорамные окна, как положено.
вот мы, собственно, приехали на локацию стройки. Видите, вот такая вот маленькая компактная площадь, 2000 квадратных метров. Вот этот блок, который строят, это А-блок, который на 9 этажей. С той стороны будет Б-блок. В принципе, на этой стороне, то есть с левой стороны у нас улица Осман-бей. И, в принципе, прямо от нас уже Нишан-Таше. Всего лишь там 10 минут ходьбы у нас уже метростанция Осман-бей. Но вокруг, как видите, это вот старые дома. Ну, в историческом центре просто не избежать от этого. Поэтому, конечно, если хотите прям большую территорию, там комфортную планировку, да, инфраструктуру расширенную, тогда нужно рассматривать в Новом Стамбуле. Но если, допустим, в историческом центре, надо учитывать вот эти все нюансы. Дорогие друзья, давайте вот поговорим о данной локации. То есть часто бывает, что слышу, ну как иностранцы приезжают как туристы, обязательно посещают там Таксим, район Фатих и, конечно же, район Шишле. И при покупке недвижимости я часто слышу, что рядом с новым жилым комплексом старые дома, что, в принципе, вас это не устраивает. Но вы должны понимать, что это как раз-таки оригинальность исторического центра. Понимаете, вот за это любят Стамбул, за это любят исторический центр. То есть сразу хочу вам отметить, что именно в этой локации в основном старые дома. И в Таксиме, и в Шишле, и в Фатихе. Просто взять, снести и построить новые дома – это просто невозможно. То есть для этого нужны хорошие законы. Это очень сложно выбить какой-то участок. Взять участок, построить – это другое. А то получение разрешения в целом на строительство в историческом центре – это целая процедура, которая длится, я не знаю, до 3-5 лет, понимаете? В принципе, если даже есть разрешение на строительство на жилой комплекс, построить инфраструктуру при комплексе – это тоже это отдельная тема. Поэтому, дорогие друзья, если вы любите исторический центр вот в таком виде, в такой локации, с такой инфраструктурой, то, конечно, смело покупайте вот именно в этом комплексе. Это очень хорошая локация. Я по себе могу рассказать, потому что моя студенческая жизнь прошла именно в районе Шишле. Тем более, вы знаете, студенты никогда не спят, то есть учились, работали, развивались. То есть наша студенческая жизнь прошла вот в районе Шишле, где Нишан-Таше, Осман-бей, также площадь Таксим, Бешикташ. И могу сказать вам точно, то, что здесь стабильных соседей практически не бывает. В основном все арендаторы, потому что, ну, это не только студенты, это туристы, да, это бизнесмены, потому что именно в этой локации сосредоточены основные там головные офисы банков или даже языковые курсы. Они все находятся именно вот в центре, в Шишле, Таксим, Бешикташ. Поэтому я думаю, это очень выгодное предложение, то есть инвестиционное предложение для тех, кто рассматривает для сдачи в аренду и кто рассматривает заработать прибыль в перепродаже. В районе Шишле на сегодняшний день всего у нас два проекта, которые строятся, то есть на стадии стройки. Это вот в Куртулуше и в Бамонте. Больше никаких объектов не строят, потому что нет земли, понимаете? Тем более в рассрочку, в турецких лирах, без процентов, я думаю, надо просто покупать. Поэтому, дорогие друзья, если вам понравился данный комплекс, ставьте лайки, пишите в комментариях. Под видео будет ссылка на сайт компании RISPROPERTY, подробное описание. Если недостаточно информации, оставляйте заявки, и наши менеджеры, как всегда, предоставят вам всю необходимую информацию. Я на этом с вами прощаюсь. С вами была Гири Маслубаева, эксперт-менеджер компании недвижимости Турции RISPROPERTY. Всего доброго, до новых встреч!